Полная эксплуатация среднего коридора обеспечит дальнейший рост китайско-азербайджанской торговли. Об этом в интервью China Global Television Network заявил помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Гаджиев отметил, что одним из вызовов является то, что средний коридор проходит через территории множества стран. Отметив, что Азербайджан тесно работает с Казахстаном, он подчеркнул, что в проекте, который проходит по территориям разных стран, возможность одного окна имеет решающее значение, особенно для китайских компаний, которые хотели бы перенаправить свои грузовые перевозки на европейский рынок. Гаджиев добавил, что упрощение и стандартизация таможенных правил также важны. Возможно, мы сможем подписать трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Китаем в этой сфере. Мы с нетерпением ожидаем развития концепции «Китай плюс Центральная Азия» и «Китай плюс Центральная Азия плюс Азербайджан», — сказал он. Также помощник президента подчеркнул, что отношения между Китаем и Азербайджаном с самого начала его независимости всегда были хорошими и дальше будут идти только по нарастающей. Азербайджан определил одним из своих национальных приоритетов зеленый рост и цифровую трансформацию. В Баку в этом году пройдет КОП-29. Средний коридор приобретает дополнительную значимость. Также во многих других сферах, включая культурную, гуманитарную и взаимодействие международных институтах. Взгляды и видения Китая и Азербайджана совпадают. Основываясь на традиционных связях, доброжелательных отношениях и дружбе, мы ждем продолжения этого сотрудничества, сказал помощник президента.